Проект «Лаборатория возможностей» выпускает лидеров. Опытные наставники преподали урок студентам Химкинского техникума. Как организовать мероприятие с нуля, что лежит в основе самоуправления? Почему так важно задумываться о будущей карьере уже сейчас? Ответы на эти и другие вопросы узнали студенты. Наша цель – сделать так, чтобы в стенах колледжа техникума появилось студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление для активных людей является подспорьем для начала какой-то будущей карьеры, является такой площадкой для прокачивания своих навыков. Весной планируют провести масштабную лабораторию возможностей для самых активных студентов. Узнать подробную информацию можно в группе «Молодежь Химки» в социальных сетях.